Сегодня хотелось бы с вами поделиться покупочками продуктов и товаров для дома на неделю, ну и просто покупочки. Оставайтесь со мной. Первое, что я купила, это вот такое принадлежности для кухни за 5 евро. То есть здесь лопаточки всякие, ложечки, вилочки, дуршлаги и черпачок с зелеными ручечками. Как раз для нашей кухни она подходит. Я увидела и решила взять. Стоили они 5,09. Так очень выгодным комплектом брать, потому что по отдельности одна штучка евро 50. А тут получается 6 штук за 5 евро. Так, дальше. Дальше я купила вот такой вот комплект посуды. Тоже салатового цвета. Здесь, по-моему, 7 предметов. Стоил он тоже 5 евро. Это контейнеры для хранения, для заморозки и прочего-прочего. То есть можно мыть в посудомойке, можно мыть, можно замораживать. Вот. Такие вот красивые комплекты салатового цвета. Дальше переходим к продуктам. Итак, купила я два таких сырых творожных, можно сказать, творожка со вкусом готеня от фирмы Балтайс. Стоили по 32 цента в этом. Купила вот такие вот витаминки. Витамин С для мелкого. Купила вот такой вот творог. Очень-очень вкусный. Мы всегда такие большие упаковки берем. 600 грамм, 9% творожок. Купила 4 сосиски в тесте. Мы всей семьей их очень любим, очень вкусные, свежевыпеченные. В магазине там же их и пекут. Купила вот такое вот печенье Селга со вкусом топленого молока. Безумно вкусно, особенно если в кофе с молоком макать. Очень-очень вкусный запах, просто обалденный, от фирмы Лайма. Купила вот такой вот салатик домашний, тоже очень вкусный, стоил он евро 58. Вот, потому что времени сейчас нету и негде сейчас пока готовить, поэтому покупаю готовые салаты. Купила вот такой вот хлебушек куршун, кисло-сладкий, половиночку. Вместе с салатиком кушать, супчиком, очень-очень вкусный. От фирмы Hanses Maisnitzes. Купила вот такие вот две пиццы. По 79 центов у нас продаются. Очень вкусные, очень мягкие, с сыром, с колбаской, со сладким перчиком. Дальше я купила вот такой вот пакетик Вегеты. Я всегда солю Вегетой, потому что очень вкусная и много ее не надо. Добавляет и вкус, и цвет продуктам. Стоил он 99 центов пакетик. Здесь 125 грамм. Дальше взяла вот такую вот ветчину. Один раз взяла попробовать, нам понравилось. И я решила взять еще половинку. Стоил он 2,35. Очень вкусная. Вот такая вот ветчинка. Взяла наш любимый хлеб Кунгу. Стоил он 89 центов. Я беру только его. Другие хлебы тоже вкусные, но он самый-самый лучший, самый мягкий, самый-самый вкусный. И взяла мое самое любимое кофе, Якобс Крон Голд. Большую упаковку, он стоил 5 с чем-то. Ну, потом по чеку посмотрю. Вот, здесь 200 грамм кофе, он был на уценке, так он стоит 8 евро. Это мой самый-самый любимый кофе, я всегда его покупаю, всегда его пью. Особенно с молоком, он очень вкусный. Ну вот, на этом были все мои покупки. Все мои покупки обошлись мне в 30 евро. Покупала я в магазине Мэго. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной. С вами была Лена Лат. Пока-пока.